Баргузинский соболь как символ сибирской тайги. Выставка в Музее природы Бурятии демонстрирует все конкурсные работы. За 3 месяца их собралось немало. На актуальную тему откликнулись школьники со всей Бурятии. Довольно серьезно, потому что этот вид как находится на грани вымирания, так сказать. И если его дальше будут истреблять, то его совершенно почти практически не будет. Поскольку соболь является гордостью Республики Бурятия, и поэтому его не зря зовут мягким золотом, пушистым, и мне стало интересно узнать, как не только он выглядит, но и почувствовать душевно. Первым делом надо прекратить лесные пожары, это самое главное, поскольку много сейчас разводится лесных пожаров. Во-вторых, заповедные места надо создавать. Ну и браконьерство запретить. Следующим этапом проекта «Соболиный путь» станет межрегиональный конкурс профессиональных фотографов. Он состоится в будущем году. А еще через год Национальный музей планирует целый фестиваль в поддержку баргузинского соболя. Некий глобальный проект, позволяющий привлечь внимание к изучению, сохранению и популяризации баргузинского соболя, чтобы именно соболь наряду с озером Байкал стал брендом нашей территории, не только как Бурятии, но и всего Байкальского региона. Алевтина Шаркшаневич, Вячеслав Сердюченко, новости дня.